Бийские новаторы первыми в Сибири занялись выращиванием рыбы в подвале. Лично посмотреть на чудо-бизнес отправились мои коллеги. Эту рыбину вытащили не из реки, а из ванны. Прямо в подвале бийской многоэтажки развернулось целое рыбохозяйство. В ваннах плещется почти 2000 голов. Стерлядь, осетр, форель. Есть даже осетр-альбинос, икра которого имеет золотистый цвет и в Европе стоит в 50 раз дороже обычной осетровой икры. Такая живность в природе встречается все реже и реже, потому что любит чистую воду. Оказалось, обычная водопроводная вода тоже ей по вкусу. Если в природе с тех мальков, которых мы брали, 15-25 грамм, ну, то есть малыши вот такие совсем. Она дорастает за год до 150 грамм, 180, не больше. У нас экземпляры вот ходят и 300-350 грамм. Бийские рыбозаводчики – настоящие первопроходцы и экспериментаторы. Все сплошь с инженерным образованием, есть и химики, и энергетики, но разводить рыбу учились на собственных ошибках. На ходу придумывая, разрабатывая оборудование, технологию. Например, воду фильтрует обыкновенная стиральная машина, барабан которой заполнен поролоном. Емкости для рыб сделаны из садовых ванн. С кормом не сразу попали. Кормить мы начинали датскими и голландскими кормами. Ну, экономически это тоже тяжело, поэтому начали делать свои корма. Корма делаем, то есть это берем отходы с производства рыбзаводов, соответственно, делаем сами рыбный фарш, из этого рыбного фарша добавляем ингредиенты, муку, витамины и делаем свой корм. При хорошем правильном уходе растет рыба буквально по часам. Рыбозаводчики, как заботливые родители, следят за развитием своих питомцев. Растут практически как наши дети. То есть он длину набрал, ну, по детям рост. Потом становится таким пухленьким. Какое-то время проходит, ну, все равно их уже практически всех в лицо знаешь. Он опять в длину вырос, но похудел. Эксперимент имеет все шансы стать прибыльным бизнесом. А пока рыба растет, сюда водят экскурсии. Хвостатые обитатели совсем не боятся человека. Дают себя погладить, позируют, вставая на хвост. Чем вызывают неподдельный восторг детворы. Татьяна Чуй, Юлиана Бакулина, Михаил Попов. Бийская студия телевидения.